Здравствуйте! В субботу 20 марта 2021 года на 72-м километре автодороги Уфа-Янаул столкнулись легковой автомобиль Renault Captur под управлением 30-летнего мужчины и встречный грузовой автомобиль МАН, за рулем которого находился 42-летний водитель. После столкновения водитель МАНа, потеряв управление, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем КАМАЗ, который был груженный 20 тоннами зерна. КАМАЗом управлял 48-летний водитель. В результате аварии водитель автомобиля Renault от полученных травм скончался на месте происшествия. Весь основной удар пришелся как раз на водительскую сторону. Его 34-летняя пассажирка была госпитализирована с различными травмами в ближайшую больницу. Водителю грузового МАНа медицинскую помощь оказали на месте. Водитель КАМАЗа не пострадал. По его словам, водитель автомобиля Renault пошел на обгон и, не успев вернуться на свою полосу движения, спровоцировал эту жуткую аварию. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются. Подписывайтесь на канал и будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!